Привет, я Ниагара. Давайте поиграем в такой интересный, необычный файтинг «Кровавый рев». Итак, чем же он интересен? А тем, что наши бойцы будут превращаться в животных. Выберем персонажа Гэдо. Он превращается во льва. Вот внизу вы видите иконку его животного. И первый наш соперник Алиса. Вот такая с виду милая девочка в розовых шортиках с хвостиками. Сразу провожу ей захват. Но эта миленькая девочка может нам навалять. Еще как. И превращается она в бойцовского кролика. Вот, пожалуйста, она это демонстрирует. Немного у меня лагает игра, даже не немного. Но, видимо, это из-за того, что я запустила игру с диска. У меня нет образа этой игры. Что-то я решила не заморачиваться над его созданием. И симулировала диск. Возможно, поэтому такие проблемы. Ну все, вот отправили в нокаут мы нашу девочку. Второй раунд. Я сразу наступаю и делаю ей свой коронный удар. Вообще, честно говоря, захватить соперника не так-то уж просто. Они всячески сопротивляются. И мне это хорошо удается только в начале боя, когда они еще не совсем активировались. Вот все, вот так легко я прошла первого соперника. Но, как вы во многих файтингах, первые соперники, конечно, самые легкие. С него такой необычный зверь напоминает скорее крота. На лапах огромные когти, которыми он может провести мощную атаку, причинить такой серьезный вред. Поэтому лучше не давать ему этой возможности. Сейчас давайте его где-нибудь тут запинаем. Возьму я уже своего левушку, Симбу. И чуть-чуть осталось Бакурию. Вот так. Первый раунд есть. Но думаю, сейчас во втором раунде он возьмет реванш, потому что в первом даже не превращался. Шкала у него полная у зверя. Ну давай, так вот. Лучше отойти. Да, вот мы видим, на что это похоже. И чуть-чуть мне еще нужно, вот так есть. Даже не успел он воспользоваться своими когтями. Замечательно. Это у нас Мицука. Боже, что за имя. Мужчина вот в таком каком-то строительном комбинезоне на лямочках. Сразу сейчас сломаем ему череп. У него зверь-кабан. Атака вот такая вот, да, это довольно неприятно. Он бьет головой. Вот что творит. Капец. В общем, что еще хотела сказать, что в этой игре есть возможность сломать ограждение ринга и выбросить соперника вообще нафиг. Не знаю, получится ли у меня это продемонстрировать, похоже, что нет. На данный момент нет. Потому что мне КО. Ничего. Не дался он мне, сразу он меня захватил. О, жесткий пинок. Такой пендель на пол ринга. Никак не получается у меня его схватить. Он отпинывается. Так, попался, дружок. Вот так вот. И пинок в спину. Ух, я ему жестко напинала, похоже. Зажимаем в углу, зажимаем. Опять не дался. Вот когда
пропускаю, о, отомстил. Когда первоначально я пропускаю захват, он меня хватает. Но сейчас мне просто нельзя проиграть, у нас 1-1. Берем зверя. И вот такую у меня... Такая стратегия. Зажать в углу. Пообжиматься в углу. И она работает, как видите. Следующий наш соперник Яго. Этот Яго превращается, по-моему, в волка. Кстати, сверху у него, видите, написано Янг, а не Яго. Это не состыковка. Так, он уже решил биться зверем. Я пока, наверное, подожду. Вот так тебе. Кстати, когда превращаешься, соперника отбрасывает вот этой волной. Тоже причиняя, ну, небольшой, но все-таки вред. Все, уложили его на маты. Первый раунд за нами. Сразу наступаем. Есть. Кстати, у льва есть еще один приемчик, но у меня как-то не получается эта комбинация клавиш. Он разбегается, напрыгивает на соперника и буквально рвет его на части. Почему-то у меня никак не получается провести эту атаку. Так, иди-ка сюда. Ломаем черепушку. Ну, еще чуть-чуть, давай. Ах. А, это же пинает, пока я там в отключке. Лежачего не бьют, не слышал? Отправила его в полет. Да-да, красавчик. Так, это Лонг. Вот такой у нас креативный ринг. Какой-то завод, похоже. Снова наш излюбленный прием. Чтоб он хуже соображал во время боя. Так, ну у меня тут помехи звука идут. Все, те же недостатки эмуляции. Ничего страшного, все равно интересно играть. И настроение мне это не портит. Пинок в спину ему. Вот, он превращается вот в такого тигра. То есть тут у нас уже жесткая борьба хищников. Есть. Прямо схватила его в полете. Так. Покусаем его. И вырубили. Чтобы у него не было преимущества. Он тоже решил так же поступить. А, сломал руку. Так. Можно его не подпускать к себе, отпинываться. Вот и все. Готовченко. Грег. Ну, это вот такой накачанный старичок, который превращается в огромную гориллу. Сейчас мы это увидим, я думаю. А, потерял свой котелок. Это, кстати, не котелок, цилиндр. Ну да ладно. Не суть. Запинываем опять же в углу. Моя любимая тактика. В первом раунде мы не видели обезьянку. Думаю, самое время. Вот так вот. Ну что ж, давай. Неужели меня победит какая-то мартышка? Ох, черт. Сейчас чуть долбанет. Нет. Не стал лежачего бить.
Но что-то пока не очень успешно я с ним бьюсь. У нас здоровье на равных. А что такое? Что за прыжки? Не можем попасть друг по другу. Есть. Прекрасно. А вот это уже что-то интересненькое. Гэда против Гэда. Хотя по-английски он произносит как-то гадо. Но я читаю, как написано. Так. Поскольку у нас одинаковые бойцы, одинаковые атаки, сейчас, я думаю, он продемонстрирует все, на что способен вообще Гэдо. Все, что не смогла я вам показать. Подножка. Еще пнул в голову. Вот так вот тебе. Ух ты. Запинываем в углу. О, черт! Первый раунд он меня навалял. Да, интересно. Не буду сдаваться. Промазала. Пинок. Но ближний бой мне как-то с ним не очень удается, поэтому я пока что держу его на расстоянии. Блин, подсечка. Ладно, возьмем уже льва. Может, мне с ним больше повезет. Не дал даже толком повоевать в образе. А, черт, неужели опять проигрыш? Ну! О! Я буквально на последнем издыхании выиграла этот раунд. Ну что, 1-1. Успела я вас схватить. Делаем ему небольшое сотрясение. И у него полный зверь. А у меня только 1/3. Блин, еще ужасные лаги. Такой интересный бой. Ладно. Пока что у меня преимущество. Промазал, да? А, черт. Так. Пинки за трещины. Ну и вот. Он успел меня ухватить. Блин, теперь он меня зажимает. Ну как брысь. А, неужели проигрыш? Нет, я буду биться. Есть. И это было напряженно. Два раза я победила Гэдо. Буквально чуть живая. Последний. У нас Фок. Ну, мне кажется, тут что-то не дописали. Фок, скорее всего. Эта девица довольно опасный соперник. Она превращается в лисицу. И у нее мощная также атака. А, когтями она делает что-то типа вертолета. Так. С ней нужно действовать быстро. Иначе заколбасит. Вот что вытворяет. Так. Да блин, ну что ж такое-то? Неужели она победит первый раунд? Аккуратно, аккуратно. Отойди. Блин. Да. Первый раунд проигрыш. Неважнецкий. Ну ладно. Хватаем ее. Что на это скажешь? Вышибаем нафиг из нее зверя. И у меня есть возможность превратиться. Да блин.
Блокирует. Ох, провела мне какую атаку. Так. Возьмем символ. Ну что ты? Лежать. Чуть-чуть мне осталось. Чуть-чуть. Я должна выиграть. Есть. Один-один опять же. Наступаем. Так, не получилось. Неплохо, неплохо я начала этот раунд. Сейчас, если повезет, я ее вырублю. Или она меня. Ну немножко, давай. Есть. Не помогла ей ее лисица. Все, ударом в живот откинули ее. И казалось бы финал, но нет. Дают нам дополнительного бойца. Вот эта маленькая девочка только прикидывается. Пожалуйста. У нее мощные атаки. Даже не представляю, получится ли у меня ее победить. Буду очень стараться. И превращается она уже не в животное, а в какое-то мистическое чудище наподобие дракона. Вот и все. Мне каюк. Так, еще как-то даже и неплохо. Замычала напоследок. Первый раунд за мной. Хорошо было бы ее выбросить с этого ринга. Это был бы полный финиш. Да блин. Так. Даже не знаю, что здесь будет лучше. В ближнем бою она проводит вот такие атаки. И в дальнем тоже особо от нее не укроешься и не нанесешь ей урон. Да, похоже, все. Я даже не успеваю ничего ей сделать, да. Снова 1-1. Последний раунд. Нет, я не сдамся. Ну вот на что, на кого она похожа, я даже не знаю. Что-то такое рогато-копытно-кукастое, я не знаю. Ой, что творит-то? Да блин. Запинываем ее в углу, запинываем. Есть, есть, да. И это победа. Класс. Все-таки очень эффективная тактика у меня, обжималки в углу. И смотрим последний ролик. Если вам понравилось, поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Ниагара. Пока.